Ну что ж, ребята, всем привет! Мы с вами продолжаем. Это у нас уже 12-й выпуск. С ума сойти. Мы с вами продолжаем на том же, с чего мы, собственно говоря, с вами, на чем мы и закончили. Опять то же самое, мои любимые. Они сюда зайти не имеют права. Пошли вон. А у нас с вами миссия. Миссия у нас — доставить образцы тканей от Зель в лабораторию Камдена. Мы с вами этим и займемся. Мы, конечно, безумно хочется их поубивать. Ай, ну ладно. Так, сейчас у нас пролагает маленько. Так, не сходите с ума, лузеры. Все, поехали. Да? Едем. Уааа! Я бы хотела вам сказать... О, мультики. На основе исследований Зери у доктора Камдена может появиться реальная возможность разработки вакцины. Блин, как все совпало, да? То, что происходит в реальном мире и в игре. Ужас. Ну не, слава богу, в реальном мире нет зомби. Жаль, что так вышло с доктором Зери. Мы с ним были рады возможности изучить вирус Харана. Не говоря уж о том, что ВГМ очень даже неплохо платили. Кстати, мы сейчас на резервном электропитании, так что функциональность везде минимальная. Мне нужна была электроэнергия для последнего эксперимента, но генераторы перегрелись и выключились. Очень интересная информация. Как всегда, у меня патронов мало. Это что такое? Так, ну начинается. Конечно, мы же не можем нормально доехать. Мы можем, понимаешь? А наверху там вода льет, и мы выйти нормально не можем. Ну как же мы тогда едем? Надеюсь, вы не против, что я предаюсь воспоминаниям вслух. Так, я лично против. Мне неудобно читать, и впервые за столько недель у меня появилось что-то там. Лично я против, потому что мне неудобно конкретно мне читать и ходить. Что там пикает? Бомба? А. Так, ну что ж, здесь должно быть достаточно довольно-таки интересно. Кстати говоря, хотелось бы сказать, что когда я закончу сюжет этой игры, я начну проходить дополнительные здания. Да, чуть не забыл, дверь в главный коридор открывается только вручную. Вот это? Это не главный? Нет, это, конечно, зараза. Кстати, у меня же хороший пистолет теперь, прокачанный. А вот сюда я могу зайти? Стекло непробиваемое. Так вот, я знаю, что некоторым... Ну не, на самом деле, короче, люди делятся на два типа. Те, кому очень нравится эта игра, они смотрят просто как сериал. Я вас понимаю, потому что я в эту игру играю просто, вот мне ничего не надо. Вот. Очень нравится мне в нее играть. И кто-то смотрит как сериал, кайфует, вообще интересно, ждет, что же будет дальше. Так же, как и я, понимаешь? А кому-то, возможно, немножко уже надоело, и хочется другой какой-то игры посмотреть. И я вас понимаю, я вас понимаю. Сюда не могу зайти, да? Прострелить не могу. Понял. Значит, нам надо сюда. Сюда, да. Так вот, собственно говоря, на чем мы там все время остановились? Зомби где? Я планирую продолжить играть в эту игру. Но уже не на этом канале. Дело в том, что я создала... Действительно, это правда. Ходили сплетни. Я об этом только в своем телеграм-канале рассказывала. Кому интересно, ссылка в описании. Что такое? Что такое? Наверное, тут я не могу пройти. Придется идти здесь. А тут я могу пройти? Ой, а что я не могу идти? Опять что ли Клава офигела? Что это, она сама по себе переключается? Так. Может, вообще вход не здесь? Да блин. Тут мне нельзя. Такое у нас бывает только в начале. Подожди, пистолет. Перезарядить. Так, я не могу туда. И не могу сюда. Слышь, опять заглючила. Какое-то издевательство. А может... Да что ты будешь делать? Что это за бред? Может, мне нужно вообще куда-то... Ну, нет, мне точно не вниз. Так, если это не прекратится, мне придется перезайти. Я не знаю, как еще решить эту проблему. Сейчас я найду выход.
О, видали, у меня кислота капает с этого моего кружочка. Так, точно не сюда. Там мы видим кучу врагов. 3-4 штуки точно стоит. Здесь дверь не открывается. Да и, собственно, прохода я не вижу. Найдите способ добраться. Давайте попробуем, может быть, взорвать вот эти баллоны. Поможет ли нам это? Ну, как-то какие-то же логические должны быть варианты. Нет, это не помогает. Может быть, сюда? Нет, не помогает. Так. А подожди. Точно я сюда не могу пройти? Нет, не могу. Ну, мне нужно как-то... Вот я вижу туда можно. Но он мне говорит здесь. А, подожди. Давайте посмотрим. Может быть, здесь на крыше есть что-то в потолке. Во-во. Видишь, не такие уж мы и глупые с вами. Ну, вы-то вообще не глупые. Вы просто смотрите и получаете удовольствие от просмотра. А я... О, крыса. Похож на хомяка. У меня был хомяк, Мелман. Грустно. Был. Умер старенький. Сука, хомяк. Напугал меня. Короче, рассказываю. Я создала канал для летсплеев. Но, типа, я не стала пока туда ничего загружать нового. И дело не в том, что у меня там пока еще монетизация не включена, а просто мне, честно, хочется закончить все-таки эту игру. Зачем я это сделала? Хотела. Мне хочется закончить эту игру конкретно на этом, ну, на своем, как бы, основном главном канале. Просто, блин, я не хотела создавать новый канал для летсплеев, потому что я не знаю, как долго я буду играть в летсплеи. Типа... Так, что-то мы здесь должны найти, наверное. Найдите способ добраться. Мы отсюда выпали с вами, то, что мы видели. Это нам не сильно помогло, но нам нужно, наверное, каким-то образом, может быть, открыть дверь. Хотя эта дверь ведет туда, откуда мы пришли, поэтому в этом немного смысла. Может быть, нам нужен компьютер какой-то. Поможет ли нам компьютер? Может быть, нам какой-то телефон понадобится? Какой-нибудь факс? О! Карточка. Карта-ключ. Отоприте двери. Ну все, пиздец. Пиздец, котенок. Теперь идите по главному коридору. Лаборатория слева. Лаборатория слева. Когда грянула эпидемия, мы зря остались в зоне карантина, чтобы найти вакцину. Здесь должен быть охранять. Кадры Сулеймана, что-то там. Все ушло прекрасно. А потом что-то там. А! А вдруг это был хороший, блин? Да не, вряд ли. Как он может быть хорошим? Ой, как интересно. Типа, они не похожи на обычных зомби. Они похожи как раз-таки на нормальных ученых. Шум привлекает мутантов, кстати. Что ж там за взрыв такой огромный был, что меня аж откинуло. Ну. И это еще чё? Они ведь в какой-то момент откроют. Мне лучше поменять оружие. Он спокойно выломает дверь в какой-то момент. И надерет мне жопу. Короче, я никак не могу договорить, потому что тут столько интересного и волнительного, и мне нужно следить за игрой. Ладно, единственный путь в лабораторию через дезинфицирующую камеру. Вход справа. Я хотел сюда зайти, тут же наверняка столько всего интересного. Но все изменилось, когда погиб брат Раиса. Раис превратился из человека с чудовищными наклонностями в настоящее... Как неудобно. Давайте я не буду читать, когда мне неудобно, потому что я читаю и боюсь. Того, что я смотрю за текстом, тут должно быть очень много всего этого, но мне это не надо. Короче, я решила, я пройду сюжет на этом канале, на своем любимом главном, куда я выпускаю все. Ну, самое главное изначально, что я здесь пощу, это влоги, какие-то видео из моей жизни, но в основном, конечно, влоги. Кто вдруг не в курсе, я снимаю влоги в основном про мою жизнь. Я давно на Ютубе, поэтому
могу себе это позволить. Чтобы открыть дверь, надо запустить процесс санобработки. Но ничего не получится без электричества на полной мощности. Вот тут нам, идите в офисную зону, когда доберешься до туда, я направлю вас дальше. Ладно, схожу. Нас с Зари должны были переправить в безопасное место с помощью агента ВГМ, он был очень похож на вас. Может, мы и должны были ему помочь. Очень тебя жаль. Тот агент, который нам помогал, он должен был эвакуироваться вместе с нами. Но все пошло не по плану, и мы с Зари застряли здесь. Теперь будьте очень осторожны, я не ощущал то крыло от мутантов, мне просто не было надобности там бывать. Вот сука. Я отстал от них, мы разделились, но мне удалось пробраться сюда, в эту клинику. Здесь я занялся поиском вакцины, что мне еще было делать? Внимание, я открываю дверь, от сука, какую? Эту? Эту? Подожди, не здесь были чудовища. Зери, тот агент, единственный, вот это он хочет открыть, да? Прошу прощения, что единственный путь в машине залп через вентиляционную шахту. Нет проблем, ты главное эту дверь не открывай. Хотя, может, мне самой ее было бы проще открыть. Шахта ведет в кладовую. Да, вот мне не нравится это. Мне бы хотелось уже самой открыть и убить их. Потому что в какой-то момент она случайно вдруг откроется. И они как побегут за мной, я как обосрусь не хочу. Ну когда ж мне дадут договорить, а? Ты погляди на него. У меня есть другой канал. И... Подожди, тут я была, тут же туалет. Мне это не надо. Когда я пройду сюжет этой игры, я начну проходить мои хорошие, конечно же, дополнительные миссии. Не знаю, как долго я буду их проходить. Так, загрузка. У меня же даже звук не успел прогрузиться. О чем речь? Я буду выставлять прохождение этой игры, какие-то дополнительные миссии, типа тюрьмы, то, что мы с вами в какой-то раз видели, но не прошли, потому что я была слишком слаба для той игры. Слушай, а почему они не отображаются? У меня не было ни оружия, ничего, меня там сразу замочили, поэтому мы не стали как бы продолжать это дело. Блин, у меня хорошее оружие заканчивается, зачем же я с ним хожу? Ой, господи, ведь тут же еще и нигде ничего и не найдешь. Не будет здесь патронов. Прям хоть возвращайся, иди за патронами. Ну что такое? Все потратил на каких-то вонючих зомбарей. И все ради того, чтобы прокачаться. В общем, да. Но, блин, честно. Сложная ситуация. Мне неохота... неохота мне заниматься развитием дополнительного канала. Потому что меня вполне себе устраивает один мой. Но... У меня люди, просто подписчики мои, любимые, правда, я ничего не говорю. Я понимаю, что они не обязаны, типа, не обязаны смотреть летсплеи, и я не заставляю, но... Выглядит это на канале странно, типа, какие-то видео смотрят улет, а какие-то вообще не улет. И я такая думаю, блин. Так, что мне надо? Воспользуйтесь вентиляцией в зоне офиса, понял. Вот она, что-то сразу. Надо читать задание и не тупить. Что-то я просто рассказываю вам, потому что, ну, хотелось рассказать. Найдите склад лаборатории. Так что не знаю, я все еще пока в раздумьях, но я точно не буду, наверное, продолжать выставлять сюда продолжение этой игры, потому что я... Ну, даже Слава мне говорит, что уже, наверное, ну, как бы сюжета хватит. Слишком много тоже нехорошо. Че, все? Что-то быстро как-то. Как будто бы не умер еще. Почему он так щебечет? А, тут вот какой еще. Встать не могу. Я бы сказать не могу. Странное дело. Ну что ж, я не могу у него выстрелить. Нечестно. Эй! А, мне вот здесь, по трубам пройти. Я уже подумала, что это. Так, а дальше куда? Все, вижу. Ага.
что-то мне это напоминает. О! С первого раза прям. Почти. Нам надо сюда что-нибудь закинуть. G. Ой. Ну, погнали. Так, найдите дорогу в машинный зал. Вниз мне нельзя, там кислота. Будет отнимать мне жизнь. О, блин. А, все? Думаю, как пройти. Джи, могу? Могу. Так, только теперь я в кислоте практически. Так, вон там какой-то выход. Туда могу? Могу. Нет, G — это улетная тема. Кошка это. Все, мы совсем разобрались. Видишь? А ты говоришь? Так вот, на чем мы там с вами остановились? Тем, кому будет интересно продолжение смотреть этой игры, то с удовольствием приглашаю вас в свой телеграм-канал. Почему в телеграм-канал? Потому что я пока еще не разобралась со всеми своими мыслями. Так, мне, походу, не сюда. И зайдите ко мне в мой телеграм-канал, и как только я решу, что все-таки я буду заниматься развитием второго канала и не буду продолжать сюда выпускать летсплей конкретно на эту игру, я не знаю, блин, просто понимаете, в чем фигня? Мне хочется выпускать столько летсплеев, сколько мне хочется. Что самое интересное, люди, которые любят мои летсплеи, они будут только рады. А те, которые не любят, да и не надо смотреть, да? Они просто не будут смотреть этот канал, и все. И все будут счастливы, вот что интересно. Но буду ли счастлива я? Потому что все-таки... Блять, куда мне идти? Есть карта здесь? Локальная, так называемая. Нету. Вот почему, да? Почему я не могу посмотреть карту этого конкретно помещения? Здесь я зашла. Или здесь я зашла. Но мне, кстати, скорее всего, все-таки сюда. Хотя не... А, да, слушай. Действительно. Поднимаем. Вот таким образом проходим. Видишь, надо просто разобраться. Эй, ищи, не пинай. Проползаем. Тут, конечно, путь не из легких, скажу честно. Ну, в смысле, вот эти все заморочки. Ты живой? Я уже добавила себе в список желаемого в Стиме, откуда я покупаю, качаю игры. И эту тоже, кстати говоря, кто спрашивал, как, где, в Стим. Блин, знала, что такое Steam, но никогда не сидела там, потому что я, ну, не такой прям игрок, чтобы прям аж в компе играть, знаете. Я вот, ну, могла поиграть, но так. На плойке очень редко, в январе, например, там, типа, новогодние праздники, все дела. То есть вот так, а не то, что прям на компе играть. Мы тут ходили. Так, я ничего не понимаю. Мы просто открыли дополнительный проход. Но как же дальше? Найдите дорогу в машинный зал. Легко сказать. Это сломано. Тут мы лазили. Там мы дверь открыли. Где машинный зал? Сюда дверь не открывается. А, вот это мы как раз разблокировали. Сюда нельзя. Мы сюда проходили через другое место. Вот нам надо сюда. Ага, может быть... Нет. Сюда тоже стекло. А! Все, мы нашли. Суки, я думала, оно не разбивается. Оно же не везде разбивается. Вот в чем прикол. Все, сейчас мы все подключим, откроются все двери, все монстры выйдут, все прибегут на шум. Это что-то нерабочее.
Это что-то рабочее. Почему она не работает? Отлично, сработано. Теперь возвращайся к дезинфицирующей камере, дезинфекционной. Я думаю, даже если бы у Зери была возможность из карантинной зоны, с тем агентом решил, что надо остаться и помогать людям. Они с тем агентом решили бы оставаться и помогать. Так, ну вы же понимаете, знаете что, я не буду, пожалуй, тратить патроны свои. Так, где-то мои любимые. Зомбис. Ну вот. Ну, уже кто видит, чтобы сидеть. А, может быть, мы даже к ним и не пройдем, они сейчас все там сгорят. А может и нет. Ну, они должны, наверное. Им не должно понравиться вот это вот карантинная зона, дезинфекция. Зачем им дезинфекция? Они же любят гадость. Сразу мухи налетели. Все, мы все почистили. Все. Я готова. Идем. Ура. Ну все, теперь можно войти. Я уже зашла. Хорошая девочка. Сколько тут всего интересного. Хоть бы один какой-нибудь чертеж легендарного орудия, который поможет мне сокрушить врага и создавать его бесконечно. Скучаю, конечно, по экскалибуру нашему. Ну, что поделать, что поделать. Уже его поиски останутся на потом. Для любителей летсплеев. Да, хотя, на самом деле, я уверена, что даже на этом канале, на моем основном, разумеется, все, кто смотрит летсплей, это чисто просто фанаты летсплеев. Но мне просто неудобно, потому что другие люди, они как бы негодуют. И мне хочется угодить всем, понимаете? Поэтому так и происходит. Вот так вот. 20 минут об этом поболтали. Надеюсь, он здесь. О! Крейн, рад пожать вашу руку. Давайте скорее образцы тканей. Хочешь, я тебе их на 4 много? Подожди, это не то. Так, я покажу вам одну фотку. Сейчас, минутку. Что же будет? Господи, а вдруг это последняя серия? Вдруг это конец? Вдруг это финал? Ну все, процесс прошел. Пошел. Это займет какое-то время, так что вы там говорили. Эй, это он, тот агент ВГМ, о котором я вам говорил. Как же его звали? Амир. Да-да, Амир Грейши. А откуда у вас его фото? У нас есть общий друг. Образцы все еще жизнеспособны, это хорошо. При небольшой доле везения ваш путь сюда будет проделан не зря. Кстати, а где остальные данные? Я знаю, Зери подготовил 2 пакета. Это мы еще обсудим, док. Сейчас мне надо разобраться с этими деталями из ВГМ. ВГМ? Крейн, вы с ними поосторожнее. Их публичный имидж лживый насквозь. Это не люди, а бессердечные лживые ублюдки. Не люди. Понял, док, спасибо, будем на связи. В смысле спасибо, будем на связи? А как же цель нашей экспедиции? А как же результаты? Тут есть хоть наш чемодан-то? Тут хоть что-то есть? Поспать хоть можно? Не, клёво он тут устроился, симпатично. Где-то здесь спит. Фотки какие-то у него тут стрёмные. Ой, ужас какой, а? Кошмар. Ой, кошмар. Ужас. Не открывается ничего у него в комнатке-то. Дичь. Так, что, мне теперь валить отсюда надо? Ну, целая история, понимаешь? Уходим. Откроем. Бежим. Да, долгая дорога у нас была. Что это за звук был такой стрёмный? Долгая-долгая дорога. Но ничего не поделаешь. Уезжаем. Да, ты глянь. А ведь это как бы целое полноценное задание сюжета. Я знаю, где прячется Рейд. Значит, надо связаться с этими сволочами из ВГМ и попробовать что-то придумать. Все-таки наш главный герой, помните, я вначале говорил, что он крыс? Да, он крыс.
держать ухо востро, нам надо. У нас ночь. Отлично. Отлично. Я себя подожгла. Просто изумительно. Все, надо заканчивать с этим. Тут видите, какой-то даже есть рядом с картой мигает треугольник красный. Я думаю, что это значение... Закончились патроны, улет. Типа погони. Походу ночь закончилась, да? Погоня отстала. Тогда выходим и зовем ее сюда. Несмотря на наше маленькое количество. Вот этот страшный. А ну тебя нахер. Тебе сюда нельзя. Кстати, офигенная локация. Давайте я вам покажу, где она на карте находится. Реально, сюда просто заходишь и... Офигенно. Так, ну вот, получается, вот. Вот, тут у нас вот это. А нам надо вот сюда. Просто улет. Здесь, мне кажется, прокачаться классно можно. Где? Джи. Прячемся. Мне просто нужно, ну, их внимание. Все, утро, что ли? Пока серенькие. Угу. Угу. Они всем пошли и растрепали, что меня тут видели. Это ж разве страшные? Или мои любимые вот эти вот разъяренные? Те, которые бегают быстро, это не страшно. Да что ты боишься? Как будто бы все, да? Это все, да? Звучит как все. Вот блин. Да, убегать, конечно, страшнее, чем просто сидеть там их злить. Ух ты. Тут, кстати, наш дом. Улет. Мы же дома. Но мне нужен магазин. Хотя мы только из него практически, считай, вышли, но он мне уже снова нужен. Блин. Ты чё пугаешь? Во, я нашла зато вход в эту, блин, базу. Так, чё, магаз. Дубинка. Ну, пока ничего сверхклёвого, хотя здесь неплохой урон. 2621, но у меня там вообще 4000, по-моему. Ну, красивые лопатки, да? Ого. 1288. А у меня... Тоже. Вот. О, 3000, 3180. А прикинь, какое будет, когда это... Ну, опять же, обращение отстой. Вот, это неплохо. 2300. Но у меня больше, я помню. У меня... А, ну, кстати, если улучшить, наверное, тоже неплохо будет. Можно, кстати, было бы попробовать. Почему он написан как легендарный нож? Он же не горит золотым. Ладно, в любом случае у меня закончились патроны. Все. Понял. Вот единственное, что меня бесит в этой игре, так это то, что я не могу бесконечное количество патронов себе сделать. Это все, что меня интересует в этих играх. Сейчас я ему это продам.
Клёвый лет, 2053. Это я не у него купила? Не, обращение 29, мне это не нужно. Угу. Не нужно. А, легендарный современный метательный топор, 3000. А, у них одинаковый урон, что за фигня? Ну, я положу к себе в этот. Пусть лежит в моем чемодане, где он? Все, опять же таки, зачем оно мне надо, да? Ну, пусть лежит, что мне мешает, что ли? Так, коктейль Молотова. Кстати, можно побольше коктейлей сделать. Ткань бегуна, король. Где у меня коктейль? Так, сейчас я сюда уберу лук. Нож. Вот это. Только мне столько 14 тысяч, конечно, не надо. Одну. Где она у меня? Там. Зато не надо будет больше крафтить. Хотя... это будет просто перебор, 14 тысяч. Мне столько не надо. Блин. Что-то у меня комп шумит, немножко напрягся, видимо. Не ожидал такой игры. Ну ладно. Я просто не буду столько брать. Возьму себе немного. Улет. Это убираем. И оставляем себе 14 тысяч коктейлей Молотова. Кстати, это супер. Сейчас мы то же самое сделаем с сюрикеном. Видишь? А ты думал. Правда, зачем мне столько, да? Вот опять же, таки, мне же столько не надо. А что я там еще ношу? Прекрасный томагавк. Так, взрывной сюрикен. А я ношу, который горят, да? Сюрикен горящий, сюрикен горящий. Горючая жидкость, горящий сюрикен. Те. Отлично, горящий сюрикен. Те. Так, вот эту один. Потом делаем вот так. Вот так. Все-таки мне безумно хочется найти... А что я положила? Прекрасный томагавк. Прекрасный томагавк. Зато никогда не закончится. Вот бы так можно было сделать с этими. Как их? Ну как их? С патронами, блин. Это просто вот реально, честно, возмущаюсь до невозможности моего возмущения. Замораживающий, замораживающий, горящий сюрикен. Горящий у меня есть. Ну ладно, давайте еще что-нибудь сделаем, просто столько штучки. Ночной выживший. Так, и денег у меня как-то заканчивается. На что же их тратить, вопрос? Драгоценности. Те. Сколько у меня драгоценностей? Зато нам больше никогда ничего не понадобится. Мне кажется, до такого даже вот просто самые лютые геймеры не доходили. Не потому, что они там что-то где-то, а просто это настолько, мне кажется, сумасшествие таким заниматься, то, что я делаю. Но мне нравится, честно, я люблю все это. Так, а что мне еще может пригодиться, дай подумать. Улучшения все эти не нужны, сигареты премиум-класса, зачем? О, кстати, вообще можно еще вот эти штуки продавать. Вот драгоценность сколько стоит? 500? А это 1000. А чё я вообще парюсь? Я же могу вот это продавать. Ну, блин, ладно. Мне вообще, в принципе, все это не нужно. На самом деле, у меня с деньгами все в порядке. Так, мы сейчас вот так делаем. На всякий. Да, вот неудобно, что здесь вот столько места мне все это занимает. Великолепные сюрикены, вот это вот. Лук надо забрать.
Маленький урон, меньше, чем у нас. Нехорошо. У меня бы каких-то еще гранат. Ну что вот это значит? И урон никогда не пишут. Вот не нравится мне это. Но гранаты чем хороши? Они привлекают мутантов. И также они убивают их. То есть нам как бы, чтобы, ну, для чего-то это может хорошо пригодиться. А что я хотела сделать? Вот это. Видали, теперь у меня их 14 тысяч. Травы немного. Но мне это и не нужно, в принципе. Так, ну ладно, ладно, ладно. Я забираю нож. Вот это и вот это. Захожу в свой инвентарь. Все верно. Все верно. Теперь у меня никогда ничего не закончится. Давайте поспим. Вроде даже уютненько, ты это уже говорил. Нельзя повторяться. Посмотрим, что у нас тут есть. О, 3000. Клево. Только вот обращение 15. Я тебе шутка какая-то. Обращение 93. Вот это, кстати, уже можно подумать. Золотой немецкий пистолет, 1158. А у меня? Нифига. Точность 95, скорострельность 30. Клёво. Хочу. Так, 644. Ну, у меня-то, наверное, лучше. Я все время забываю. Вот тут вот в этом плане не очень удобно. Да, у меня лучше. Так, о, обращение неплохое, урон маленький только. Ну тут нету такого клёвого, как у меня. А что ж мне сделать, чтобы мне дали что-то нереальное? Ничего не могу взять, да? Ничего не потратил, да? Пистолет немножко потратила. И это потратила. Сейчас тебе продам. Так, продаем все наши драгоценности. Следите за деньгами. 20 365 000 долларов. Улет. Он такой... Вот интересно, откуда у него столько денег? Знаете, есть такая игра, в смысле, не у моего героя, а у чувака, у которого мы покупаем. Откуда у него столько денег? Что бывает в играх, что ты не можешь купить больше, чем что-то там. Ой, он вообще ничего. Ничего нового. Типа, хоть бы что-то дал. Какое-то оружие. Но мне кажется, он уже не знает, что придумать, чем меня удивить. У меня уже столько всего. Ладно, мы вроде заряжены по полной. Где тут выход опять? Забыла. И ловкость у нас прокачивается. Как хорошо. И ночь опять на дворе. Замечательно. Так... Связаться с ВГМ. Ну, пошли. А чё, ничего не видно? Кстати, как насчет попробовать вот это орудие? Могу ли я его как-то прокачать, кстати говоря? И как? Только все на холодное, чертежи. Лай-лай-лай. Ну вот это-то я точно могу. На F6. Король, король. Он же не знает, что мне предложить. А, так у меня уже все улучшено. Так, ты мне вслед не говори. Клёвый ветерок дует выход из безопасной зоны. Следите за тем, как у меня прокачивается ловкость, пока я тут. Кстати, мне кто-то поговорил, пока подкаты можно в стену какую-то делать. Ну, чтобы их делать. Ой, блядь. Должно быть какое-то безопасное местечко. Залетать тоже дают. Так, мне нужно куда-то сюда, наверное, забраться.
Хорошо. А, блин, вниз, что ли? Я думала, у меня еще выше. В любом случае, мы добыли флаг. Вот кто-то сюда сможет залезть? Как нам подкаты делать? Какая-то стена. Нам надо бежать и делать подкат. Только не улететь. Вот так вот стоишь и в стену делаешь подкаты. Ну что ты, господи? Так там не наверх или нет? Где мне с ними связаться? Вот здесь, наверное, да? Да давай, ну ты чё? Вот стопудово тут. Я дал образцы доктору Камдену, теперь мне надо связаться с ВГМ. Трой. И что мы им скажем? Встретимся позже, Трой. Это Крейн, как слышно? Кайл Крейн, ты меня слышишь, да? Ты где, Раис? Там, где мне следует быть, на вершине своей башни, хотя она еще и не достроена. Но уже возвышается монументом хаосу, энтропии, единовластному управлению. Я тебя убью за то, что ты сделал с Джейд, вообще за все, я убью тебя, гад. Я надеялся, что ты разозлишься. Видишь ли, у нас с тобой война. Война противостоящих философий, в которой вы и выясняется, чье мировоззрение истинно. Иди сюда, Крейн, иди и попробуй со мной сразиться. Как вы, американцы, любите говорить, слабо тебе или нет? Знаешь что, боюсь, никакой войны нет. Есть только твои гребаные иллюзии, иди к черту. Ну нет, к черту я не пойду, но из-за Харана уеду. Да, видишь ли, я заключил сделку. Кстати, воспользовался твоим собственным переговорным устройством. Им известно, что все данные доктора Зерри теперь у меня. Они называют их ключами к царству. Очень скоро за мной прилетит вертолет и заберет меня отсюда. Представь, сколько зла я могу причинить, когда выберусь из-за этих стен. Конечно, если думаешь, что сумеешь меня остановить... Ты тупой сукин сын! Я ждал, что ты это скажешь. Давай, найди меня, Крейн. Надо закончить начатое. Бред. Так, сразитесь с Рейсом на крыше здания. Во, блин! Чё за дела? Зато здесь можно делать подкат. Только ночь-то уже закончилась. Нет! Соберутся ли они сюда? Могут, знаешь, могут. Чё-то происходит. Но сюда они точно не долезут. Если они сюда долезут, я пожму им руку. Ну, сейчас погоня отстанет, конечно. Разумеется, слушай. Так, и что, они хотят, чтобы я дралась с Раисом на крыше? А можно посмотреть вообще конец? 92. Ну, походу, это походу конец. А вы что, хотите, чтобы я эту прекрасную игру закончила? Да сейчас. Тут есть ночной выживший. Где же мне найти легендарную кошку? После с ней использую очки навыков. Подожди минутку, я хочу найти, где мне достать легендарная кошка. Она где-то здесь. Легендарная кошка. Так. Doing Licht. Как можно ли получить золотую бесконечную крюкошку? Так у меня и так она бесконечная. Мод на золотую бесконечную... Не, я не хочу мод, я хочу, типа, где ее найти? Кошка, как дюпать в 21-м? Ну, это я знаю уже, как дюпать. Так, ну где же эта кошечка? Все с читкодами неинтересно. Очень красивый вид. Вы хоть вообще думаете о том, как красиво? Нет?
Ветер тут, конечно, херачит. Ну ладно, полетели, да? Дай мне силы не умереть. Продолжаем летать. У нас должна быть хорошая выносливость. И вообще адекватность. Куда это я? Так, нам куда-то... Почему он мне говорит домой? Сразитесь с Раисом на крыше здания. А, это не дом, слышь? Это не дом. И это не Раис. Испытание? Найти все ракеты? Награда 1000, типа, к ловкости? Да нет, это уже потом. Так. Слышу какие-то шаги. А мне-то сюда куда-то? Так мне на крышу или в этот дом? Так, походу, в этот дом. А тут кто внизу? Кто в домике живет? Ага. Но мне они не нужны, ты же понимаешь? Не буду, я не буду. Они меня не видят. Чё мне вот это вот гнездо ворошить? Пошли. Ты. Это вообще выглядит, как будто мой дом. Спуститься в канализацию опять? Раис заключил сделку с ВГМ и хочет сбежать из Харана с результатами исследования зелья. Надо его остановить. Так, если нам придется останавливать Раиса опять с палками и говном, я против. Если вам интересно, конечно, мое мнение. Я считаю, что как-то, ну, типа, что за херня? Я всю игру прокачиваюсь, мучаюсь, пыжусь для того, чтобы для того, чтобы... Тут никого нет, мы же всех убили. Ну, только если они опять не загрузились, респаунились. Да блин. А, все, надо на карту ориентироваться. Короче... Да-да-да, я помню, как мы тут мочились с вами. Так, теперь нам надо найти выход из этого лабиринта. Да блин, запутала меня, слышишь? Припасы соков, кстати, на сок похоже. Дверь? А. F. Сейчас мы с вами вернемся туда, где башня. Помните, вот куда я давно хотела? Там же как раз... Можно и найти, собственно говоря, то, что нас интересует. Конкретно меня. Непонятно, правда, зачем мне это. Но почему-то интересует. Как мне сделать себе? Сюда? Слава богу. Теперь походу в воду, да? Нет? Нет, не в воду. Представляешь? Куда-то наверх. Ладно. Так, не тони. Забирайся. Потом используем нашу кошечку. Ну ты вообще... Сюда. Не. А. Да. Сейчас мы с вами переходим туда, куда... Умер. Тут прям злодеи. Ладно, ладно. Мне просто нужно было убить одного.
того. А мне не сюда. Мне уже как раз таки сюда. И джишка не джишкается. По камушкам не работает. По бетону тоже. Ладно, прорвемся. Еще все такое грязное, такое серое. Ну почему же ты не хочешь лететь? Ну лети. Ну лети. Ну почему? Это же нечестно. Ну почему же она не работает? Это что? Это что? Это что? За игры такие. Для прокачки ловкости. Ну куда же мне идти? А. Давай! Ты чё, давай? Ну стрельнули разок другой. Сейчас мы быстро скушаем аптечку и побежим отсюда. Всё, уходим. Бежим. Так, мы еще не дошли до нужного нам места. Бежим, у нас еще дел полно. Так, я наконец-таки в наших любимых трущобах. А, вот куда нам надо было. Не в старый город, а в трущобы. В наш любимый район. Как давно мы здесь не были. Прям несколько серий. Я уж честно соскучилась. Тот, конечно, старый город, он, конечно, клевый. Но я уже соскучилась по нашим трущобам, если честно. Во, глянь. Так, куда нам? Начинается. Как здесь чудесно. Знаете, куда я пойду? Первым делом я пойду и проверю, есть ли там действительно, реально, есть ли там... Правда, идти далеко, совсем в другую сторону. Где у нас там был Экскалибур? Где-то в этой стороне, по-моему. Ну ладно, ладно. Мы вот, нам сюда. Понятно. Полетели. Куда летит? Куда отлетит? Вот блин. Да, вот мы такие классные, а ведь все равно, понимаешь? Да блин, ты чё? Не помню этот мост. Мне он не нужен, кстати говоря. О, как умело я сразу в автобусе очутилась. Блин, вот меня бесит, что он иногда не использует эту джишку. Сразитесь с Раисом на крыше. И чё, мне прям сразу идти на крышу? С Раисом сражаться? Вот туда мне. О, почему он иногда цепляется за камни, а иногда нет? Я, ей-богу, не пойму. Так, я туда не могу пройти. Мне как-то в обход надо все это дело обходить. Придумают же, а? Блин, сражаться с Раисом на крышу, черт. Тут сюда, куда-то. Я сюда не могу. Я в безопасной зоне. Ну как? Я же не в безопасной зоне. Что за бредня? Тогда у меня здесь должен быть мой тайник. Он мне сейчас не поможет, кстати. Кстати, мы здесь уже с вами как-то были, но сюда нас никто не звал. Так, сразу аж. Я уж не знаю, что там ждать. Вы переходите к заключительной части игры. Эта часть проходит в одиночном режиме, и вы не можете вернуться в другие локации. Вы сможете вернуться к исследованию Харана после завершения игры и загрузки последнего сохранения. Вы не можете вернуться в другие локации. Ну да. Эти ключения. Ну, потом вернусь. Значит, потом вернусь, если смогу. Хотя нет, как я смогу? Да мы помним, мы помним. Господи, как волнительно. Это же конец, это же финал, это же босс. Сразитесь с Раисом. Опять у меня глюки. Вы понимаете то, что это все по игре придумано? Это все по игре. У меня не должно быть этих глюков. Мы с вами могли еще хоть 5 часов ходить, и все было бы норм. Но из-за того, что нам сейчас надо сразиться с Раисом, у нас будут эти глюки. Просто потому, что сюжет игры сам как бы придумал это. И джишку, небось, не могу. Не могу. Какой тогда в ней смысл? Возьмем тогда топоры. Где у меня топоры? Топоры. И у меня их не 99, милочка. А миллионы. 14 тысяч, если быть точнее. Мультик! Черт, что за хрень? Рейс, я знал, что ты не устоишь, Крейн.
Заткнись, не хочу тебя слышать. Что? Слышать меня? Неплохая идея. И чё? Вот так намного лучше, когда цари бьются друг с другом. Подобает играть окрестку. Так, я не собираюсь тратить свои шикарные орудия на каких-то лохов. Надеюсь, он это понимает. Не срать. Сукин сын, а? Должен сразу умирать, это же 1000 урон, ты чё? Ты не можешь быть круче. Да бля. Лучше всё стоять в углу. Хотя они могут меня зажать. Так, кто-то здесь. А. Они из этой дыры вылезают. А, так мне вообще с ними не надо драться. Они здесь будут бесконечные. Начинается. Я уже один раз так протупила. Бред. Бред сумасшедшего. Вы мне вообще здесь не нужны. Блин, я же не могу летать, черт возьми. Да пошли вы нахер все. Это бессмысленные драки. Беги, Крен, беги. У рабов это хорошо получается. Беги или сдохни. А вот почему у меня опять с выносливостью проблемы? Я сейчас так классно пробежала, а не могу. А вот сейчас-то мне куда, понимаешь? В трубу, наверное. В трубу, надеюсь, что да. Оп. Вот черт. Фу, кишки. Куда? Куда дальше? Ссаный ребенок. Нет, дети это чудо, но конкретно в этой игре вот это чудище. Они же сейчас еще все за мной пойдут, ты глянь. Вот блин, а? Кто бы сомневался, что это будет страшно и сложно. Кто бы сомневался? А тут есть вода. Надо было поверху бежать, ну ладно. Ладно. Может быть, вы меня и не догоните? Джи. Пошел ты. Не, они же не остановятся, я знаю. Ну ладно, у меня много этих топориков, зато погоня отстанет. Хорошо, что я успокоилась. Ну да, туда упадешь, умрешь. Без вариантов. Ну ладно, подходите. Все, вот так получше, да, стало. Прям спокойней. Когда с тобой никто не гонится, очень приятное чувство. Че ты меня ждешь там? Так, теперь нам надо допрыгнуть. Ну, мы должны. Так. Вот блин. Сука, ну нет же. Беги. Наверх! Вот, бляха-муха, отвали от меня! А ну, отвали! А как я бегу, если у меня, типа... У меня поджопник дает, и я, типа, все такая... Сейчас отсюда тоже вылезу. Ну, ничего, мы сейчас быстренько пробежим. Блин, сложно. Ну, в смысле, страшно. Просто не нравится мне бегать. Ну, понятно. Он меня догоняет!
Что, все попадали? Так, блин, обосраться можно. Спокойно. Сейчас опять же кто-то вылезет, понимаешь? Теперь сюда. Погоня отстала. Впечатляющий выход. Может быть, ты царь? Царь грязи? Он меня просто оскорбляет, унижает. Так, давайте сразу прокачаем. У нас тут что-то прокачалось. Так, землю врагов, крушить, вертеть, пройдите несколько сокрушений лунного тока. Ну давай, я уж не знаю, что прокачивать. Так, подожди, у меня тут что-то еще. Уровень, так, бегать. Мгновенно освободиться от захвата Кусаки. Бейте врагов локтями во время паркура. Для этого держите Е. Оружие, когда во время... Не хочу. Так, от падения не хочу. Улучшать врагов. Удар в прыжке наносит больший урон. Если бросить и повалить врага захватом, то его легко добить. Так, можно ломать ноги. Давай, будем ломать ноги. Я не знаю. Вот Крейн. Ой, блин, я тут была как-то. Прими подношение царю. Так, только попробуй мне все забрать. Это против правил. Ты меня не убьешь. Ты меня не победишь. Ты меня даже не достанешь. Конечно, я же опять как лох. В смысле, я тебя не достану, я паркуром занимаюсь уже много лет. Куда дальше? Так. Ну вот. Вот мы, считай, тебя и достали. Сейчас мы поднимемся спокойно на лифте вот на этом. Ничего сложного. Хоть бы лифт закрыл, да? И оставил бы наверху, чтобы мы не могли подняться. И все, что ты пытаешься, дай-ка я обеспечу тебе музыкальное сопровождение. Что-то мне не нравится. Надеюсь, не из пулеметов. Музыка страданий. Исполняют рабы. Как раз для раба. Он меня оскорбляет очень много. Давай, скорее, чтоб тебя. Это, кстати, еще даже больше напрягает тебя, знаете, вот это вот ожидание в лифте с музыкой. Соглашусь. На самом деле, это так тупо. Почему же они не подумали о том, что этот Раис Саный может что-то про нас сразу узнать, услышать? Там много... Так, давайте пока не будем открывать. Посмотрим, что у нас за ситуация. Я смотрю, там очень много врагов. Надо хорошенько подумать, прежде чем открывать. Но мы, как всегда, можем с ними не драться. Они даже на карте не отмечены. Вполне вероятно, сзади кто-то ко мне уже подходит. И начинает меня мочить. Но очистить зону, кстати, полезно. Потому что потом, вполне вероятно, мы можем убегать куда-то. А, нет, тут никого нет. Нет, с музыкой вот мне нравится. У них тут всегда, когда что-то страшное, сложный уровень, они включают музло, которое мне нравится. Оно меня качает. Да ё-моё, ну ты издеваешься. Зато мы прокачиваемся, а эти штучки у нас бесконечные, сами помните. Ну, практически бесконечные. Ня, я знаю, что ты живой. Обдурить меня хотел? Ня. Зато здесь будет чисто. Там кто-то сверху упал, я видела. Блин, чё он так тупо у них кидает? Я же вижу, что ты как будто живой. Не хочет. Просто не хочет. А ты? Не хочет, он не хочет. А ты?
Не знаю, как вам, но мне нравится музыка. Крейн, Рейс говорил, ты придешь. Это Карим. В тебя стреляли? Что, черт возьми, происходит? Вот наша награда за то, что пытались выжить. И все это под эту музыку. Рейс предал нас всех. Я иду наверх, Карим. Я найду всех, убью этого ублюдка голыми руками. Не туда. Мы заминировали. Два этажа над нами. Иди через второй корпус. Обойди как можно выше. А потом можешь вернуться. Кошмар, накал страстей. Я уже хотела в него... Он умер? Да, это мой. Он мне не враг, но... Он же может стать зомби, вы об этом подумали? Сейчас куда-то полетим. А ты как хотел? Ну ладно, полетели. Я думал, все, кирдык нам. Сумел тебя предупредить, он заслужил свою пулю. Карим. Ты еще не был таким разговорчивым. Ты глянь. А, все-таки что-то долетает до них. Ты видишь, как быстро мы прокачиваемся? Но я не пойду туда, вот в это месиво. Зачем? Согласитесь? Зачем, если я могу как бы расчистить себе путь? Вот. По ножкам. Так, ну и как же я сюда допрыгну? Интересная колбаса. Ну, допрыгну, наверное, как-то. Ты чё? Вот интересно, мне вообще надо их мочить-то? Сучка такая. У нас опять навык. Это отлично. Это просто улет. Так, бросайте во врагов оружие, нанося серьезный урон. Улет. Хорошо, договорились. Бросаем. Хотя подожди, тут было что-то об этом сказано, на какую кнопку нажать? Ой, мне сейчас камера сядет, подожди. Бросай... Так, дважды коснитесь правой кнопки мыши, чтобы прицелиться, затем нажмите... Поменяем аккумулятор. Так, блин, так и знала, что фонарь не включила. Точнее, я его включаю, он постоянно выключается. Он мне говорит сюда и наверх. Ты чё, крэйзи? Как? А, ну там, наверное, как-то подняться можно и потом, типа, уже оттуда прыгать. Потому что иначе это было бы вообще сумасшествие. А тут что? Ой, не буду смотреть, пожалуй. И падать туда тоже нежелательно. Вот спокойные они такие, не бегут за тобой. Ты прокачиваешься. Идеальный зомби. Все умирают. Звук. Ага. Пройти можешь? О! А как я так у него попала? Нет, не могу, походу. Ну и ладно. Так, подожди-ка. Ох, чему ты меня там паркур учил? Тут так высоко, что даже карта нет самая. Лучше сразу пробежать. Так, ой. Ой. Так, давайте зайдем сюда, чтобы не улететь случайно.
Ой-о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 й-
Ничего, ни разу не попал, ни разу не попал, ни разу не попал. Давай, 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 отряхайся. Тут он не один такой, тут мы уже побегаем чуточек. Отлично, отлично. Давай, 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 давай. Все, ты должен умереть, ты уже не понимаешь, о чем дело. Не, ну ты не можешь так долго. Все. Нет никого? Нету. А, ну вот, это они и были через стенку-то у нас, понятно. Отлично. Копейки, сущие копейки. Оп. Так. Вот так. Не нравится. Не нравится. Ой, как не нравится. О, господи, бляха-муха. О, боже мой. На, на. Да пошел ты. Да пошел ты. Еще один. Аж. Ня. Ой, а тут сзади никого нет. Слушай, я уже тут столько зомби перемочила. Просто какое-то издевательство. Похоже на какие-то весюльки. Блин, мы так высоко, да? Господи, господи. Чё эти? Это страшные звуки. Это что? Ты гонишь? Ты мне разводной ключ предлагаешь? Кто это тут сверху надо мной ходит, парит? Ладно, пока нам не нужно об этом думать, нам пока нужно просто залезать. Слава богу, тут есть лестница, не все так плохо. Так, сейчас мы встретимся лицом к лицу с чудищем, нужно к этому быть готовыми. Больной, а? Больной. Вот придурочный, а? Нет, мы с ним не встретимся, поэтому валим отсюда. Кажется, больно ударился Крейн. Кажется, кажется. Дай-ка я добавлю тебе мучений. А может, не надо? Может, не надо? Не попадает. А он не докидывает. Два лоха. Ой. Все. А каких мучений ты мне добавить хотел? Не надо. У меня есть ружье. Ну, глянь, а. Какая красота. Знаешь, где мой Экскалибур? Он вот тут где-то. Чертеж. Говорят, что я типа не подобрала чертеж. Надо подождать, когда сгорит зомби, и под ним будет чертеж Экскалибура. Я точно знаю, что есть такой чертеж Экскалибура. Но там ли он? Не знаю. Ой. Блин. Ну, а прикинь, мы встретимся с ним, поговорим, типа, ну, в принципе, зачем мы вообще что-то ругались? Давай, типа, все будет, типа, норм. Ой, он встал. Ой. Я даю решающий голос, Крейн. Мне вон туда вниз. Да.
Нет. Сейчас мы долетим. Я думаю, здесь какая-то тактика. Я даю решающий голос, Крейн. Нужно просто понять, как быстро она собирается падать. А, ну вот. Подожди, а мы даже не посмотрим? Ну, понятно. Тот зомби мертв. Тихо. Просто двигаемся. Все, я додумала, мне надо в какую-то дырку залететь. Ну хорошо, что я быстро сообразила. Так. Где ты прячешься, гад? Увы, к несчастью для тебя, клуб ликвидируется. Блин. Фух. Отличное место сохранения. Слушай, эта палка шаткая. Можешь, вот возьми пистолет, да. Вот в плане сохранения тут изумительно. Была бы тут еще моя джишка. Блин. А как? Сейчас продолжим. Сейчас узнаем, как. Наверняка как-то. Так, подожди-ка. Мне кажется, тут без вариантов. Тут же не работает моя лассо. Кошка, так называемая, в простонародье. Не могу. Конечно. Ну ты и чудо. Ну а подожди, а как? Могу ли я бежать по стене? Да. Хороший вопрос. Может, что-то я делаю не так? Не, ну разумеется, я делаю что-то не так. Просто понять бы что. Сюда я тоже не могу, понимаешь? А он мне говорит туда. Может ли быть такое, что мне с другой стороны надо обойти? Ну это же жесть. Но он не допрыгивает. И по стене, наверное, не бежит. Попытка! Попытка плохая. Ладно, давайте попробуем... Что? Сюда не получается. Кошка не работает. Попробуем с другой стороны. Блин. Я думаю, не с другой стороны. Я думаю, мне конкретно сюда. Но откуда я могу знать и как? А почему у меня кошка не работает? Кто-нибудь вообще об этом думал? В смысле, то, насколько это, ну, как бы... Ой. Попробуем пройти еще раз, посмотреть. Хотя не помню, там что-то упало. Мы вообще можем так сделать? Блин, нет, нам точно туда. Зря мы так рисковали сейчас жизнью. Интересно то, что... Все-таки как же нам туда перелезть-то? Это же все понятно. Ну, рискнули и рискнули. А вот по этим палкам нельзя? Нет, не долечу. Слишком далеко. Двойной не могу. Кошка не работает, я истощена. Это было реально. Надо было просто позже нажать кнопочку. Так, теперь у меня куда-то наверх. Понял. Я просто посмотреть. Здесь лестница рабочая. А, не нужна нам лестница, мы же паркурщики. Все. Да, но то, что я там допрыгну, там реально сложно допрыгнуть. То есть надо просто было еще оттянуть. Бедняга Крейн, его переполняют чувства. Конечно, у меня столько, блин, родных друганов моих. Бурлит от ненависти.
Это чувство делает тебя слабым. Неправда, они делают меня сильнее. Блин, ну что это за... Как будто мы проходим какой-то квест, вот этот начальный, где надо научиться заниматься паркуром. Сука, я тебя нашла. Почти. Да бляха, муха. Это напряжно, напряжно. Так. Угу. Угу. Мультик? А, нет, еще пока не мультик. О, господи, мы уже совсем рядом. Мультик, все, понятно, понятно. Ой, волнуюсь, кошмар. Итак, снова лицом к лицу. Значит, мне уже не нужна эта штука. Ты в любом случае труп. Скулейман. Да брось, Крейн, не делай вид, что тебе все равно. Сколько жизней зависит от этого диска? Сотни, тысячи, может быть, миллионы? Какая же она мразь. Он. А! Блять, я что-то... Я что-то пока эту кнопку нашла. Подожди, а. Английская. Давай, кидай, кидай, кидай. Я уже знаю, как ловить. И все, и в этом вся драка. Ща полетит. А. А. Ну, в одном ты прав, Крейн. Сулейман мертв. Сука, да ты чё? Откуда ж я могу знать? Так, ладно. На. Так, какие могут быть еще буковки? G-R-2-D-D-D-D. Во, как угадали мы. S. Теперь, наверное, будет F. Да? Или G. V, W, где она? Блин. Я не могу узнать наверняка, он мне не дает вообще секунды. Так, сейчас будет D. А, S! Блять, сука. Подождите, давайте, знаете, что мы запишем с вами последовательность? Не-не-не, продолжаем, продолжаем. Ты что, ты что? Подожди. S, что у нас было потом? S. S, D, W, помню. S, D, W. Подожди, пиши уже скорее, волнительно, очень волнительно. Так. S, D, W. Что у нас будет дальше, никому не известно. Но если нас убьют, узнаем. S, D, W. Продолжаем. S. S. D. Он умер вместе с братом в этом горе. D. Так, W. Знаешь, что такое страдание? Ты даже... W. Ну что же у нас будет дальше? Я волнуюсь. А! Сука! Потом опять... А? Ща. Ща все будет. Так, S. S. D. V. Звучит W. Потом A. A. Сука, что же будет дальше? Если что, можно, кстати, на паузу успеть поставить. А, так, стоять. А. А. Собирается что-то сделать. Ну-ка. Так, сейчас точно будет какая-то буковка. Блять, не увидел. F, F! Ну, получается, мы мультиком деремся. Типа, я думала, тут будет лютая драка. Ну все, мы его порубили. Ребята, к этому меня готовила вот вся эта игра. Где моя ловкость? Где мои суперкрутые орудия? Для чего? Не, ну понятно, дойти сюда тоже надо было. Да, давай, тебе не устоять, бей, не сопротивляюсь. Так же, как ты убил Тахира. Давай. Давай, убей его. Давай, давай. Так же, как Тахира, давай. Вот лох, вот тупой. Выкуси, сукин тень, я должен восстановить свои правила. Вот тебе правило номер один. Ты будешь мучиться весь остаток своей мерзкой жизни. Чё? Чё, не можешь достать?
Не смей, не делай этого, Крейн. Нас сейчас убьют. Докажи, что ты мужчина, отомсти мне. Господи, можешь ты просто заткнуться? Ну, финал... Ну, разумеется. Но мы не можем умереть после этого. Я еще должна кое-что пройти. Так, надеюсь, тут наша джишка-то и сработает. Как все меняется в мгновение ока. Если бы я остался в Харане, я бы умер от этой раны. Надо было его убить. Но теперь ты висишь на волоске от гибели, а меня ВГМ отвезет в госпиталь. Ну и крыса. Я даю тебе право решить свою собственную судьбу. Отдай мне диск, и Харана будут хотя бы какие-то шансы спастись. И я убью тебя быстро и безболезненно. Или можешь упрямиться и погубить весь город. Решай, пока я считаю до пяти. Раз, два. Ладно, ладно, бери. Эф! Это все? Понятно, нам надо успеть нажать F. А как тебе такое решение, козел? Ну ведь можно было до этого не доводить. Вы же понимаете. Вот это вот, типа, ты будешь мучиться, да уже закончи вот это вот, ну чё возиться, вот это постоянно во всех фильмах. И ты, смерть для тебя слишком хорошо, я тебя не убью, в итоге этот же чел, которого он хотел убить, его и убивает. Тупизнище. Так, теперь нам бежать придется, хоть бы нет. Хотя, собственно говоря, чё бежать-то? Что тебе надо? Райс говорил, у него есть результат исследования того ученого. Мы хотим лишь одного, найти вакцину и даем тебе шанс. Добудь для нас недостающие данные, и мы тебя заберем. У тебя есть миллион причин послать вас подальше, но давайте на минутку представим, что вы все там. Вам нужна вакцина, а где-то здесь, в городе. И пока она здесь, вы не будете пытаться провернуть вашу министерскую муть. Крейн, а почему тебя так волнует, что станет со всеми этими людьми? Ты сам не здешний, для тебя это просто работа. Нет, уже нет. Я свяжусь с вами, когда решу, что делать дальше. Dying Light 2. Улет. Ублюдок, мать твою. Крейн, ты меня слышишь? Это Камден. Да, слышу снова, док. Закончен анализ образцов ткани. Результаты, думаю, слово феноменальный как раз подойдет. Крейн, если вы раздобудете данные из Эри, я уверен, что вакцина у нас в руках. Отлично. Отлично. Поговорим об этом при встрече. Чудесно. Просто чудесный финал. Спасибо. Охереть, да? Все. Это наша первая с вами вместе пройденная игра. Ну, я бы прошла ее быстрее, если бы не бегала на всякие дополнительные локации. Но мне кажется, что я и так достаточно быстро прошла. В принципе, я особо без вас много не играла. То есть какие-то миссии сюжетные точно без вас не проходила. Но у нас же еще очень много будет с вами прохождений разных, локаций дополнительных, загруженного контента. Ну понятно, все ясно. На этом закончилась игра. Поздравляю, вы одолели Раиса и завершили основную кампанию. Теперь я смогу играть уже без сюжета. Ну, как бы уже сюжет прошел, теперь я могу продолжать играть, выполнять разные дополнительные задания, такие как тюрьма, загруженный контент и так далее. Вот. Клево. На этом канале, на моем.
Ну что ж, ребята, я только что подавилась своей же слюной. Я считаю, это отличное завершение этой игры. На этом канале мы заканчиваем прохождение этой игры. Возможно, я продолжу снимать летсплеи на эту игру на втором канале. Я в шоке. Игра 10 из 10. Я продолжу в нее играть, даже если не буду записывать это все на летсплей. Мне очень нравится. Реально. У меня там еще куча дел невыполненных, куча непрокачанных моментов. Но, конечно, когда ты прокачиваешься, становится уже не так страшно, но очень комфортно играть. В смысле, а я люблю комфорт, понимаешь? Поэтому поздравляю вас, поздравляю нас с тем, что мы закончили эту игру. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Будьте счастливы, здоровы. Ждите следующих летсплеев. И всем пока!